Привет, друзья! Самодельную защиту от FPV-дронов, так называемую «Царь-мангал», стали ставить и на российский БТР-82А. БТР также оснащен и самодельным минным тралом, созданным из цепей. Конструкция защиты, конечно, архаичная, но сейчас она эффективнее, чем нынешние комплексы РЭП, защищающие технику от FPV-дронов. Стоит отметить, разработка защиты и оружия против FPV-дронов идет во многих странах, но работающих эффективно и выпускающихся серийно экземпляров все еще нет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.